Здравствуйте, разрешите представить вам наш проект. Наша команда состоит из трех участников. Я Павел, один из конструкторов, Павлетов Алексей, программист, а Кондратьев Анатолий занимается электроникой и проводит исследования. Так как в Якутске очень холодно, наша жизнь сильно зависит от климата в помещениях. И для этого мы решили сделать нашу станцию для исследования микроклимата в помещениях. Наша цель – разработать станцию для исследования микроклимата. Наша задача – составить план и, соответственно, создать саму станцию для исследования микроклимата и провести исследование. Здесь можно наблюдать, как я собирал станцию, а также здесь виден 3D-модель самой станции. И в нашей станции есть три разных уровня, по два датчика на каждом уровне. Это сделано ради того, чтобы снизить погрешность наших данных, потому что воздух неоднороден. Здесь вы можете увидеть схему подключения наших датчиков. Сама схема состоит из трех датчиков влажности и температуры и трех датчиков газа. А здесь вы можете увидеть отрывок программного кода. Сама программа обрабатывает информацию из шести датчиков и из трех разных уровней. Звук. Далее мы провели исследование микроклимата в кабинетах уже нашей школы. Начали мы со 42-го кабинета. Он расположен на третьем этаже нашей школы и является угловым кабинетом. Хочется сказать, что исследование проводилось в конце декабря прошлого года, поэтому некоторые значения ниже, чем обычно у нас. Здесь вы видите две линии. Первая линия оранжевая – это норма по Санпину, и синяя линия – это наше значение. В заключение хочется сказать, что мы исследовали микроклимат с помощью разработанной нами мониторинговой станции. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать нашу станцию более автономной, более мобильной. А в дальнейших наших планах входит сделать нашу станцию полностью автономной, автономной с регулировкой всех микроклиматов. Всех параметров микроклимата. Но для этого необходимо, чтобы само здание нашей школы было полностью автономным. Спасибо за внимание.